И всем алоха, с вами Лёха, и у меня там окно, да. Значит, сегодня мы будем говорить про один интересный сервер. Может, кто-то о нем слышал, может, кто-то о нем услышит впервые. Ну, они мне сегодня прислали посылку. Выглядит вот так. Вот, да, пакет. Давайте же, мы его сейчас распакуем, я вам покажу, что тут интересно. Мне самому интересно, но очень крутая идея, она мне нравится, я надеюсь, у них все получится в дальнейшем. Даже вы можете такое получить, что вы сейчас увидите. Да, так что, ребят, сейчас мы это будем распаковывать. Так вот, ребят, вот она, эта посылка, и сейчас мы будем ее вскрывать и посмотрим, что там. Точнее, я уже представляю, что там, точнее, я даже знаю, что там. А вы не знаете, сейчас будете узнавать. Так, ага, это оно. Белая такая коробочка, и сверху написано green. Блин, не написано, зеленый нарисован кружочек. Это зеленый лут кейс. Да. Давайте откроем его, и сейчас я вам покажу, что там находится. Там находится очень интересный стак. А, это номерок был. Вот оно. Смотрите, что тут лежит. Тут лежит коврик для мышки. CS GO, даже у них тут написано вот лут кейс. Прикольный, кстати, коврик, мне нравится. Тут Dragon Lore из CS GO. Качество очень хорошее. Не знаю, может быть, где-то он мне пригодится. Пока не знаю. Надеюсь, вы там все видите, мне надо это посмотреть. Секунду. Так, вот, да, вы видите. Это кружка, ребят. Офигеть. Это кружка. Я реально не думал, что тут будет кружка. Она реально хорошего качества. Такой вот тут принт. Assassin's Creed Syndicate. Не имею, что вы видите, ну вот так вот под цветом. Хороший принт. Кружки дорого на самом деле стоят. А тут прям вот офигенный принт. Кружка офигенная, я буду из нее пить 100%. И вот тут принт офигенный на коврике CSGO. Он вообще, он, знаете, быстрый. Коврик для быстрого, ну, юзание он там, чтобы прям в CS-ке долбить всех. И как не всех. Так, это потом. Потом. Что тут? Так, это... Тихо. Тут у нас... Какой-то плакат с CSGO. Я в CSGO мало играю. Но тут какой-то вот такой вот плакатик. Я его, может быть, повешу. Не уверен. Кто знает, тут может мне напишет, что это за плакат. Кто тут? Это Dragon Lore, может быть? Да. Скорее всего, да. Угу. Прикол. Слушай, он такой разрывает. Тут лапа чья-то. Офигенный принт. Принт этот. Ну да. Ну нет. Не знаю. Тут у нас лежат магнитики. Это магнитик Assassin's Creed Syndicate нового. Это CS GO. Это новая игра, которая выйдет от Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Прикольная. Прикольные магнитики. Блин, я их либо на холодильник, либо на комп сейчас налеплю, короче, и будут они у меня тут висеть. Я вот такого найти невозможно у меня в городе. Может, это мой город. Это всякие наклеечки с крит-тематикой. Это типа братство. Это, я не знаю, вот, я не помню их уже имена. Забыл, извините. Так. Это что такое? Мне самому интересно. А, короче, вот это... Карточка с бонус-кодом на их сайте. Вот он, их сайт, lootcase.ru. Он будет также на экране где-то светиться справа. Ну вот он. И тут какой-то код. Я посмотрю, что он делает. И, наверное, его разыграю. Да, ребят, я, наверное, его разыграю. Вот. Также тут был пакетик. Коробочка нам больше нужна. Она такая вот. lootcase.ru. Green box. Да. Тут у нас майки. Тут у нас маечки находятся. Круто. Бутылка упала у меня. Не шугайтесь. Это майка с CS GO принтом. Майка. Прикольная майка. Пока что такая хорошая.
слушайте, мне ходить прикольно куда-нибудь. CSGO майка Global Offensive. CSGO майка Global Offensive, логично. Я логик 3500 миллионов раз. Слушайте, реально крутая майка. Чтобы такую майку получить, надо пипец сколько денег отдать и сколько ждать за доставку, за все. Это капец. Но... А тут хорошего майка качества с хорошим принтом. Круто. Даже очень. И размер под меня, скорее всего, потом примерю. И вас не буду. Понятно? Так что, ребят. Значит, что у нас? Майка. Пакетик. Нет. Магнита 3. Наклейки. Постер. Коврик. Крутой коврик. Мне нравится. И бонус код. А, еще и кружка. Слушайте, мне кажется, за такую цену это довольно нормально. Цена будет в описании и на видео сейчас показано боксов. Ну и на сайт вы можете зайти и посмотреть цену каждого бокса. Но мне кажется, это достойно. Мне кажется, вот это все в совокупности, ну, выйдет, ну, 1000 на 3, наверное. Это дороже выходит, чем вы можете получить. Также это отличный подарок другу. Вы можете просто, если он там игроман, вы можете купить какой-нибудь бокс и взять и подарить вот какой-нибудь кейсик. Да, вон там лежит. Так что, ребят, да, крутой сервис. Мне хочется, чтобы они реально выросли во что-то большее. Чтоб у них там фигурки. Но мне кажется, они движутся в этом направлении, они сами знают. Так что, ребят, вот такой вот сервис. Вы можете заказать себе, сделать другу подарок какой-нибудь вообще крутой там. Так что, ребят, я вам рекомендую. Ссылка на них в описании, на экране. Вот тут. Вот тут ссылка. Так что, ребят, советую. Реально вам советую. Это стоит своего. Если не разобьются, то вообще будет и респект. Да. Спасибо им за кейсик. Также, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Там что-нибудь еще. Рекомендуйте мой канал, а также этот сервис крутой друзьям. lootcase.ru. Вот это. Посмотрю, что он делает. И, может быть, разыграю. Даже, скорее всего. Не знаю, ребята. Это уже как я подумаю. Так что, ребят, всем спасибо. Всем пока без лица моего. Ну и ладно. Также, если ты хочешь получить такой кейс бесплатно, то ты можешь вступить в их группу, сделать репост записи, которая закреплена у них в шапке группы, и выиграть один из кейсов от Orange кейса до Green кейса. Так что, ребят, вступайте в группу, репостите их запись и выигрывайте кейсы. Удачи!